Декабрь месяц в жизни большинства детей не ограничивается только лишь одним новогодним утренником. Творческие школы, спортивные секции и подготовительные курсы. Подвести итоги в праздничной атмосфере важно и нужно везде. Программа Beauty Time оказалась в числе приглашенных на творческий вечер школы классического танца и студии живописи «Градиент». Если я не ошибаюсь, это наш второй Новый год. И в этом году наш Новый год проходит под лозунгом «В стране искусства». И мы решили пригласить всех к себе домой и показать, как проходят наши вот внутренние мероприятия. Дети современные у нас, они на все находят время, они молодцы, успевают все и отдают себя работе полностью и на рисование, и на хореографию. Это на самом деле очень здорово, это их развивает и закаляет очень сильно. Очень приятно, что новогодние мероприятия стали для нас традиционными. Каждые полгода мы устраиваем какое-то мероприятие для того, чтобы наши дети имели возможность показать себя, показать то, как они рисуют, то, как они танцуют, выступить. Чтобы могла реализоваться одна из основных наших целей – умение ребенка выражать себя, представлять себя и чувствовать себя уверенно перед публикой. Моя самая любимая картина – «Ван Гог. Звездная ночь». У меня есть любимая картина, называется «Царевна лебедь». Я мечтаю всегда нарисовать Мону Лизу и Леонардо да Винчи. У детского Нового года, где бы он ни проходил, есть обязательные составляющие. Это хоровод и традиционные стихи под елкой. Мама дома, мамы нет. Мама вышла в интернет. Кофе пьет, глазами водит. Что-то в мире происходит. Мама, я тебе скажу, в мире я происхожу. На этом празднике ребята попробовали себя в жанре перформанса. На глазах у родителей создали настоящую новогоднюю сказку. Новый год – это время исполнения желаний, а также новых целей и задач, и планов на будущее. У взрослых и детей по части творчества они совпадают. Мы планируем продолжать участвовать в выставках, продолжать участвовать в жизни города. Вот, и с удовольствием ждем новых ребяток и покажем сегодня, как мы вообще умеем всем. На следующее полугодие мы ставим самые максимально высокие задачи. Мы хотим только международные конкурсы и только победы. Остается пожелать еще больше сил, энергии, терпения. Ну и хорошо, используй провести каникулы.